будут перегонять. Танки еще каких минуты две будут идти. Ну да, Марис, спросишь там, с какой стороны нам прилететь потом? С севера на юг. Понял. Вот как сейчас пролетели, так мы толпой летите. Все, понял. Будем готовы, скажешь. Ну или там в командирском пусть скажешь. Я говорю, смотри на танки. Мы ждем танки. Ну да, как приедут, как встанут. В любом случае, они же там позицию еще пока занимать будут. Я говорю, такое расстояние, проехать еще минуту две. Угу. Аж халу пока летаем, вам не разбиться. Давай тренировочно пролетим сейчас с севера. Nice fly, Air Force. Давай за мной. Я думал, вы крыло к крылу боком. Один сбавляет, второй чуть-чуть больше. Давай залезем на грибы. Нет смысла, сейчас танки подъедут, они займут все спереди. Танки не надо. Еще раз пробуем так же. Мне главное понять, успеешь, когда вы должны помнить. Ну, в принципе, да. Так, давай, я торможу, подстраивайся. Походу, ты вон тут застрял. Прям ближе, насколько можно. И плавно разворачиваем. Еще раз проходим. Красиво, красиво. Аплодисменты. Еще раз тренируемся. После того, как фотография сделана, никого не убивать. Так, торможу. Что такое, чем не убивать? Они хотят еще сделать фотографию танков. Как отряд танков. Еще раз тренируемся. Как раз наши танки подъедут. Ладно, круто. Чем большой кружок дадим, как раз. Я думал, просто этот воздушный тормоз не работает, это просто анимация. Делайте еще маленький круг и разворачивайтесь. О, там же звук подвоем работает. Давай еще кружочек сейчас, за мной иди. Готово, да, не? А, да. Вроде да. Сейчас проверим. А. О, все, идем, да, пошли. Да. Я на тормозе. Так, тихо. Улыбаемся и машем. Второй раз проходим. А когда прилетать будем, стреляем, ладно? Хала. Прям из орудий. Только бомбу смотри не сбросить. Так, на тормозе. Бомбу скидывай. Тайфун еще был у нас. А, это Прозак остался. Можем еще, да, еще пролетел. Сзади нас еще раз. Не-не-не, они танкисы делают загадки. Да, он для прикола, можно. Да. Только чуть под углом надо с этой точки на юг. О, три теперь. Три самолета. Еще противник смотрит. Он за вами сзади пристроился. Да, мы видим, пираж тоже пролетел. Зараза.
ракета по мне попала. Печально. Не хоть до этого два раза успели сделать. Это и тайфун был. Эх, жалко, мне прибили, я сейчас бы скинул туда бомбу. 250 килограммовую. Ладно, прикольно было, да. Просто хотел броситься самолетом на наши танки, я его успел подбить. Парень меня зло. Ну, попытка хорошая была. Да, прикольно. Все, всем спасибо. Отличная битва сегодня была. Теперь мазу. Пока, ты. Пока. Ждем снова. Ты, я пошел. Папи. Круто. Ага. У меня ладошка блестит. Ничего реального, я мозоль на себя натер. Офигеть. У меня просто мокрая. По джойстикам, пипец. Джойстик? Наверное, джойстик. Я вроде все равно записал, надо будет нарезать потом.